Всем здорово, ребят! Еще раз, ну что, сегодня мы будем с вами тестировать наш состав, который мы сделали, в принципе, я думаю, идеальным. Я хотел это, наверное, назовем в виду так. Пожрал, посрал и почти поспал. И сделал мега состав. В общем, у нас сейчас будет тестик. Тех героев, о которых я вам говорил, рассказывал, мы попробуем сделать неубиваемую пачку. Я надеюсь, она будет нормально работать. Бля, надеюсь, мы успели. Ребята, я чуть или слил? Я слил камешек или травку. Это писец. Это раритет. Я надеюсь, я успел. Бля, не знаю. Надеюсь, я успел. Если нет, хер с ним. Так, ладно. Поехали. В общем, такой вот гаргул. Такой вот оккультист. Также в эту банду входит... вот такой вот бард, такой вот воржей. Давайте сюда еще запилим дерево. Дерево, 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 где ты? О май гад. Так, а вот я не знаю насчет огненки. Или есть у нас еще одна огненка. Девятка только есть. Сейчас поищем по героям. В общем, что этот состав вообще делает или будет делать? Максимальный отхил, максимальный резист. Ну, не резист, превращение урона входящего в отхил, снятие дебафов, накидка щитов, накидка, так, каргул, блин, нету, к сожалению. Эх, печально. Ладно, поставим девятку на дерево, думаю, дерево нас простит. Если будет сливаться, поставим десятку. В общем, такой вот состав, в нем, конечно, не с уклонениями некоторые герои, то есть там, например, дерево, гаргул, они просто седьмыми чарками, я не хочу их сливать, менять на уклоны, из-за того, что силу дают каждый лавл чарки, дает плюс 50 силы. Вот такой вот состав, то есть у нас есть, по сути, сейчас с вами 5 героев. Так, давайте на дерево запилим. Эту подружку, гаргул есть, этот есть, этот есть. Кого можно еще сюда шестым? С тех героев, которые бы были командными. Ну, я как вижу, пока на сегодня это вариант Седна, которая дополнительно тоже хилит. Больше с таких героев, которые там бы особо накидывали команде бонусов. Еще есть, конечно, вариант сделать Анубиса максимально дефного, и чтобы он дебафил вражеские герои. Ну, хз, честно говоря, над этим я пока думаю, потому что больше с таких героев, ну, никого такого прям мега-мега-мега-мега я пока не знаю, чтобы именно Тиму хорошо улучшал. Да, возьмем, давайте сюда, в эту компанию. Возьмем еще дрейчище. Так, а не, я его переделал как раз. Сделал его суперсилой. Ну, без дрейка попробуем. Вот супер пятерка, то есть топ 5 героев. Я сказал без дрейка. Смотрим. Такой вот ворожей, дерево, гаргул, оккультист, бард.
Все, 5. Где 5? Кого сюда еще добавить, не знаю, пишите. Но пока я не вижу таких прям мега-мега героев, которые хоть как-то бы нам в этом помогли. Поехали, начнем с рейдов. Посмотрим на это все, как они будут. Они, конечно же, включаться сразу не будут. То есть это тоже вроде как и минус. Им надо будет на включение. Ну а дальше, я не знаю, смотрим, посмотрим. У нас получается Бард хилит, Ворожай хилит, Оккультист. Ну, по сути, превращает урон. Дерево у нас, конечно, не хилит, и Гаргул хилит. У нас герои некоторые боятся стана, у нас из-за этого здесь стоит, смотрите, видите, Гаргул падла проседает, но у нас нету смотра. Посмотрим сейчас, что у нас получится с этого. Ну, пока я вижу только Гаргул просадки. Ну, опять же, учитывайте то, что он у нас, я уберу вот сюда. Сделаем. Мы будем, короче, ребята, я нашел вариант шестого героя. Вот так вот, короче. Блять, какая-то косичка. Ну ладно. Как видите, против нас, ну, и считая Некроса, там тоже неплохо и Зефир и прочее. И посмотрите внимательно. Нам нифига не страшно. Они даже там сливаются частично. Посмотрим, может, кого-то ушатали. Ну, Космо улетел на отражалках. Все герои с священным судом, то есть вы должны понимать, что у них отхила дохренище просто. Так, Фобос, Оккультист, Фрея. Поехали, нападем сразу же через Зефира. Сейчас пойдем еще топов поищем. Можно одного героя поменять, поставить с питомцами. Ну, я не знаю, я вот хочу этот состав завтра потестировать на атаке фортов. Конечно, у меня есть опасения насчет дерева и насчет Гаргула, так как они у меня не с уклонениями. Но если они включатся, они дадут охрененное усиление. То есть они дадут дополнительную еще защиту и отхил. Плюс дерево, если, конечно, оно выстоит, оно и реснет кого-то, если надо будет. Ну, я думаю, тут вы видите, то есть они вообще не проседают. Фрейя бьет там, я не знаю, кого она там бьет, но это пофиг все. В общем, на сегодня... О, нифига, они слили этого Зефира, ушатали. Поехали, поищем в рейтинге. Отлично. Отлично. Вози Дакс. Вози Дакс, Вози Хакс. Блин, что за состав? Так, этого мы не можем напасть. Что за фигня? Чем он подвисает вечно? Так, смотрим дальше. Что-то у нас, походу, слишком читерный состав, ребята. Начались подвесонные игры, они не выдерживают. Так, смотрим. Зефир, Фрея, Ворожай. Поехали. Ну, тут, конечно, нету водушек. Сейчас я хочу найти какой-то... Но это топ. То есть, человек, у которого там 1.8 ляма, то есть это донатные, тут хорошие прокачки героев, 14 скиллы, он даже вижу есть. В общем, сейчас посмотрим, что у нас в итоге получится. Смогут ли они что-то сделать нашему составу? Конечно, если мы наролим еще дополнительное уклонение, я думаю, на Гаргула и на этого, и поставим на них супер питомцев, тогда это вообще Андреал будет. Ну, максимум, что вы видите, если вам там видно, они проседают там на капельку. То есть, о чем это говорит? Что даже мега-супер герои донатные, прокачки, они нифига не могут сделать.
Просто жесть. Ну, я представляю, что завтра будет на атаке фартов. Точно так же можно сделать одну фраю и на ней зависнуть. Так, я надеюсь, мы найдем. Я хочу просто найти хороший защитный состав. Чтобы были герои с воодушками. Фрэнки. Так, Фрэн с воодушкой. Мэри. Нету, видите, нету сильно много воодушек. Во, землеройка, оккультист, зефир и прочие друзья поехали. О, смотрите, что случилось. Видите, вот изначально при первой высадке у нас сдохли. Но у нас есть бард дополнительно, который, в принципе, нас спас. То есть два героя, которые будут резать. Это радует. То есть самый проблемный момент это самое начало. Дальше, я думаю, варианты есть только, что у нас будет землеройка блокировать, но у нас ворожей тут же будет включаться и снимать. Недомогания здесь работать не будут, так как опять же он будет снимать все негативные эффекты. Но видите, дерево проседает. То есть не хватает немножко уклонения, но это все поправимо. Я думаю, это не проблема. Вот видно, вот герои, у которых мало уклона, они очень проседают. Но опять же, учитывайте то, что здесь против нас Мэри. Ну, Мэри, в принципе, здесь, по сути, но она дамагер классный. Зефир, землеройка, ворожей, Фоба и Фрэнк. Шесть героев, которые все с воодушевлениями, которые все дамажат. Забирает энергию, блокирует куча всего. И они ни хрена не могут сделать. По сути, у нас есть дерево, у нас есть гаргул стареньких таких и три новых, ну, относительно новых ворожая. Это уже, конечно, не новые оккультисты. Вот видите, начали проседать все-таки. Но опять же, будет больше уклонения, будет больше шанс того, что они будут заряжаться и по ним не будут попадать. Вот гаргул восстановился. Вот те троица, та троица, видите, где есть уклонение на роли, на хотя бы 5, 6, 7 уклонов, а то и все уклонения, они держатся вообще отлично. Я думаю, еще у нас, ну, я не поставил, кстати, сюда крока, на крока тоже надо доделать уклонение наволить, и я думаю, дерево будет более-менее спасаться. Ну, то есть надо на роли все-таки будет уклоны и... Мы понизим даже если чарку на там фигню процентов, зато мы уклонение получим там плюс на каждом герое 5-6 тысяч, да, там, ну, я образно имею в виду 3, там по сколько, по 500, 6 тысяч плюс 6 тысяч, этого будет хватать. Как видите, реально этот состав будет один из топовых, но вот у нас как раз убивают тех, у кого нет уклона. То есть тут надо еще доролить немножко уклонения, и я думаю, они свободно смогут и держать, и атаку фартов. Что-то какое-то печальное. Кстати, есть стрелок, интересно попробовать. Вот видите, самое начало. Как только начало, вот проблемы начинаются. Дальше, если они зарядятся, включатся, все. Но вот недомогание от стрелка как вариант. Ну, кто будет брать сейчас, кто на сегодня берет стрелка? Многие его не берут на атаку фартов там. Ну, по-разному, конечно, бывает. Видите, вот дерево проседает, и горгулы не проседают. Им не хватает. Просто чисто не хватает уклонения. Ну, не знаю, мне такой состав, пока я лучше состава, я не знаю, я пока не вижу, потому что я, что бы сюда уже не ставил, больше дефа мы от них не получим. Даже если мы их там качнем им 14 скиллы, это все равно, по сути, не спасет. А да, единственный вариант доролить по уклонению, потому что если посмотреть, вот я вам покажу, гаргул, то есть он на атаку. Дерево у нас антикритовое. То есть уклонений нету. Если взять того же самого ворожея, то разница будет колоссальная. У него с суперпэтом
16572 уклонения. Здесь у нас около десятки. То есть это тоже как бы этих 6К, они реально играют очень большую роль. Ну, это, в принципе, нюансы, это все сделается. А, тут вообще 3500. Я же отсюда супер питомца убрал. Ну, надо крока, и я думаю, в следующей обнове выйдет еще один супер пэт. Этого будет вполне хватать, чтобы просто тупо разваливать. А, у дерева у нас... Вот, то есть... В принципе, такой состав, ну, надо сюда еще одного какого-то героя добавить, его нереально будет слить. То есть, если они будут вот такие вот, подобно такой вот расты, там еще какая-то раста, они, как только они включатся, они будут у них забирать энергию, все. Им хватает одного включения, и дальше вы их просто не сольете. Единственный вариант — это изначально будет слить. Возможно, и на атаке фортов. Но опять же, смотрите, я бегаю сейчас без смотра. То есть у меня нету смотрителя. Если, в принципе, я здесь зеленого смотра вряд ли соберу. Больше вариант, наверное, серого смотрителя. Серый, зеленый, серый, красный. Два зеленых, два серых. У кого-то зеленых. В принципе, если мы поставим, попробуем сюда еще седну. Улить. Я не помню, она у меня с уклонениями или нет. Как вариант. Поставим. Да, у нас уклонениями у нас. Поставим сюда крока. Вот даже такая вот шестерка. У нас дополнительно будет еще смотр. Попробуем найти какого-то интересного топа. Надо именно с воодушевлениями смотреть. Она тоже довольно-таки неплохо и хилит. И может резнуть. Что-то печаль. Одна печаль сегодня в рейдах. Что ж такое-то? А? Все без воодушевлений. Ребята, где ваши воодушки? Давайте попробуем по топу пробежаться еще раз. Может, кого-то встретим. О, отлично. Понятно. А что такое-то, а? Насколько сложно найти человека с воодушевлениями? Прям какое-то западло. Так, ну, включились. И у нас уже работает смотр, который может хильнуть. Сейчас он у нас зафиячит. Опять же, это все относительно, может попасться противник с точностью, но в большинстве случаев у нас все качают уклонение. Вот видите, дерево проседает немножко. Ну вот вам состав. Я не знаю, как их убить. Да, возможно, там некоторые, вот, у которых нету сильно супер питомцев с уклонениями, они проседают.
Остальные просто оккультист Варжей Барт с уклонами, суперпэтами. На этой крок он не заточен там под тут уклонение. Но опять же, этого хватает вполне. Посмотрим, вот дерево слилось. Остальные вроде держатся. Надо уклонение все-таки делать. Но этого вполне хватает. Сейчас для дерева есть у нас два реса. Это Барт и это Седн. То есть у нас в команде по хилу, да, если взять, у нас хилит Барт, у нас хилит Ворожей, у нас хилит Гаргул, у нас хилит Седн. Три ресловщика. Седн, Барт, дерево. Что еще надо? Ворожей снимает негативные эффекты, дебафит. Можно кого-то, какого-то дебафера поставить. Ну, это опять же, если поставим сюда Анубиса, это особо не спасет. Вот такой вот, ребятушки, мега состав. Я думаю, буду дальше его тестировать на других локациях. Уже завтра посмотрим на атаке фортов, что у нас получится. Ставьте лайки, пишите комменты. Всем удачи. Всем пока. И начались сливы. Сливы мы. Вы меня видите, меня до сих пор не слили. Все, короче, это херня состав. Не делайте его. Не надо его делать. Ну, как раз сливают тех, у кого уклонение не то, что меньше, его вообще нет. Народ. Все. Всем пока.